Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like of Game, добро пожаловать на прохождение Skyrim Special Edition Anniversary. И квест сегодня будет у нас под названием «Ходячий кошмар». Отправиться в Эндурон, храм призывателя ночи. Ага, находимся мы на локации неподалеку от Донстара. Все говорят, местные жители, что им стремятся какие-то страшные кошмары. Мы, в принципе, поговорили уже с вами с колдуном или магом, как тут местным. И он такой говорит, давай встретимся там, там-то, чувак. И я такой говорю, давай, давай. Я говорю, дяденька, только не бейте по лицу, вот. Ну вот он. Пойдем. Мы своих ребятишек призовем. Ледяной тролль. Сразу три штуки, офигеть. Все, всех убили. Ты что так долго, чувак? Че, он дойдет поговорить с ним? Скажет, эй, чувак, это рэпчик такой. Прежде чем... Нет. Зная, что им не отдать... Я боюсь, что когда мы... От... Да не очкуй ты, что я славик, то сто раз делал так, ты шо? Те, кто... В некоторых случаях люди просто... Кстати, квестик вроде бы коротенький должен быть. Что-то на моей памяти. Да, ну, иди. На моей памяти почему-то он коротенький должен быть. Квестик такой, знаете, такой даже побочный, можно сказать. Как... Хотя он... Как бы не побочный, это как бы какая-то сюжетная линия, но он такой коротенький. Так, давайте мы с вами подрубим свету, чтобы лучше было видать, что да как идти. Кстати, с этим квестом связан баг, что тут... Что, по идее, тут он не открывался. Я помню, когда это такой баг у меня был. Вот тут, видите, есть. А когда-то у меня был баг, словил, что эту дверь он так и не открыл. Теперь я покажу тебе источник кошмаров. Сюда. Смотрите. Так, чувак, а ты побыстрее можешь как-то? Шевелить булками. И что за дяденьки вы зомби тут просыпаетесь? Блядь, какая красота. А где он? А, он уже спустился. Я пока поднялся, он спустился. Ну, проклятие. Что ты скажешь мне? Жрецы, должно быть, включили этот барьер, когда выпустили миазмы. Вообще-то невозможно. Думаю, есть способ, полагаю, мои познания об этом. Когда на последние десять... У меня все еще есть ключ от библиотеки. Притань, черепы. Что именно он делает с воспоминаниями? Ну, давай. Лишь гипотезы и догадки ученых. Пустите нас. Так, а теперь куда отправиться? В библиотеку. А где библиотека? Он так медленно идет, кошмар. Она вон там. Осторожно. Внутри наверняка есть и другие пробужденные. Да не очкуй ты, что это, я уже дядька тут уже. Че, колдуны какие-то, прикиньте.
Так. О, кстати, библиотека, это же библиотека, где книги, которых я, допустим, многие не зазы, как и толстая книжка. Правда, ничего нам не принесла. Никакой пользы. Что я-то ее не читал. Когда-то в этой библиотеке было полно книг с заклинаниями. А теперь посмотрите, почти все сгорело. Надеюсь, нужная нам книга уцелела. Ну да, я тоже надеюсь. Так, кстати, надо этих своих слуг призвать. Пускай бегают со мной, тоже защищает меня. Больше народу, больше интерес. Тут ничего интересного нету. От колдуна, кстати, быстрее. А то они опасные. Проклятие. Теперь, когда все на чистоту, мы ищем книгу с алхимическим. На обложке изображена Вермина. Книга должна быть где-то здесь. Так, а Вермина, так говоришь, да? Боже, неинтересно нам. Творог какой заклинатель. Никто не уйдет. Язвы. Они еще здесь. Остановите. Чуйка, заберем мы чуйку. Сердце Дейдры, кстати, это мы все заберем с вами. Потом для зелий пригодятся нам. Так, собачатин не будем подбирать. Так, это тоже не будем. Так, а тут тупик. А еще где-то она тут уже должна лежать, книжка, да? Так, ну давайте все подряд подбирать. Что-то одно мы и должны подобрать. Так. Огненная судьба. Так, может, об трупах лежит? Так, пустынная соль тут царить еще. Алхимики какие-то, как будто жили. Так, найти книгу Сенхождена какого-то. Сенхождена, да? Тут нету. Так, дайте пройти. Тут больше. Здесь мы зашли. Надо внимательно смотреть. Это рычага.
Так, хотя бы она как-то светилась бы. Это не она, вот книга Дейтера, это обычная. Надо труп посмотреть и в этом, и в том. Нету, тут нету. Хотя подождите, хотя вон что-то. Или это... А, вон она, да, получается. Все. А, ну вот эта книжка, которую я читал, вот. Тут лабиринт у них. Да, сын, дай-ка под... Нам поможет жидкость? Да, апатия позволяет, поверь. Правда, мне по... Я жрец Мары. Нужно при... Но клянусь ими... По-моему, в восточном крыле есть лаборатория. Ты увидишь, окружай из-за этих странных. Я буду с... Я не знаю, когда именно с ними покончено. Удивительно, что... Что ж, судьба Данск... Я понимаю твои сомнения, но обещаю, что это сработает. Так, выпить. Так, давай сохраним все, правда, не по... выпить апатию. Так он мне дал, да, уже эту апатию? Где это? Апатия. Брат Верин, орки ворвались во внутреннее святилище. Нельзя отступать. Они не получат череп. Не позволим. Но нас осталось так мало, брат. Тогда у нас нет выбора. Мы выпустим миазмы. Миазмы? Выпускайте Кракена. Нет выхода. Такова воля Вернина. Ну а ты, брат Казимир, тогда рев. Брат Казимир, ты активируешь барьер и выпустишь миазмы. Ничто не должно тебя остановить. Брат Торек, мы должны остаться и защищать череп ценой жизни, если ты там сын. Согласен. Что же тебе понадобится? Да будет так. Выпустить, ага. Ну давайте выпустим. Мертвецы тут сидящие какие-то. Я как во сне, да? Так, я еще правильно иду? А, ну вот да, по компасу. Что дальше? Так, стой, нет, какой? Снять магический барьер. А, вот все. Замечательно. Так, надо этих своих ребятишек сюда позвать. Ты один тут. Раз, два, еще. Хулиганы тут нападают на меня. Я думаю, копинскую. Так, че я? Я, кстати, заряжал оружие, блин, как и быстрое оружие разряжается.
Так. Минус один. Нет. Кстати, надо, блин, посмотреть этот, не болею я ли вампиризмом и еще какими болезнями. А то на меня-то нападали вампиры. Я даже не посмотрел. Мне хочется, нет, никакими не болею ни болезнями. И прикольнее, что тут большие. Я не хочу открывать их. Большие микстурки. Так, подожди, здесь, сюда вроде бы, сюда дальше как? А, вот, здесь еще надо было пройти. Захватчик тут. Кого-то убьешь, кого-то убьешь. Как осколки не будем подбирать, это и подбирай ненужные. Так, тут вроде бы сохраняться нужно нам. Я сюда пришел, что-то... Подожди, может вот это разрушить надо? Нет. Давай продолжим. Нам еще столько всего надо сделать. Давай, давай. Только как ты с этой стороны оказался, я не понимаю. Когда ты был с той стороны. А, блин, мне кажется, надо было с самого начала это сделать, да? Было. Твое тело исчезло, а потом я тебе... Мне остается лишь читать. Верно, впереди внутреннее святилище. Мы должны добраться до черепа и положить конец нищете. Давай, в другую сторону только иди. Он, кстати, как-то багом туда этот телепортировался, я так понял, да? Потому что он должен был с той стороны быть. Давай, давай, чувак, иди. Тормоз, иди и ты. Разворачивается еще до меня, смотри, посмотрите. Ага, вот тут сохраниться надо. Тогда я уберу эту фигню. Отличный кадр получился. Постой. Что такое? Вере, Торек, вы живы? Разочарован, Казимир? Казимир. Я больше не ношу это имя. Я Эрандур. Жрец Мары, ты предатель. Ты оставил нас умирать и сбежал, прежде чем миазмы добрались до тебя. Нет, я испугался. Я не был готов уснуть. Довольно лжи. Я не позволю тебе уничтожить череп, жрец Мары. Что ж, ты не оставляешь мне выбора. Так, подойди и... Друзья, кому? Блин, я не помню. На ихнюю сторону можно мне встать или нет? Блин, надо сохраниться мне.
первый. Блин, я, кстати, почему-то помню, что на ихнюю сторону можно было встать. Ощути доброту мамы. Как ты мог, Эрандур? Я... Это наказание. Сначала снимем барьер заклинания. Идем. Нужно добыть череп и уничтожить его. Так, убирай надпись. Еще кадр хороший будет для превьюшки. К тебе взываю, владычица Мара. Череп голоден. Он жаждет воспоминаний, чтобы превратить их в кошмары. Подари мне силу, чтобы прорваться за этот барьер и отправить череп в глубины Обливиона. Он обманул тебя. Когда ритуал завершится, череп будет свободен, и Эрандур обернется против тебя. Быстрее! Убей его сейчас же! Убей его и утверди свою власть над черепом! Вермина приказывает тебе. Ну чё у него так много хпшки? О, сундук был. Как мне легко манипулировать, да, ребят? Сказали убить, и я такой, ну ладно, хорошо, да, убить, так убить. Ну, если вы сказали убить, то значит, надо убить его, да? Вы блокируете 125 больше урона. Череп порчи добавлен. Я выполнил. А что за череп порчи? Что это такое? Череп порчи. Есть у нас что-нибудь такое тут? Череп порчи, да. 20 единиц урона собранные успешных людей сны увеличивают. 20 единиц урона собранные успешных людей сны увеличивают урон до 50. Чего? Это мое, да? И все? Ну, да, ребят, вот как-то и вот так. Я же говорил вначале, он типа коротенький квест, такой коротенький, и вот, и нам дали череп снов. Уникальное оружие, в принципе. Пойду я его где-нибудь его запихну. Свой дом. А вы ритуальчик, в принципе, знаете. Лайк, подписка и коммент. С меня видосик не болит, не чихайте. Всем хорошего настроения. И увидимся с вами уже в следующих роликах на канале Like of Game. Всем пока.